Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3, и сейчас у нас миссия Клуб 27. Давайте смотрим. Так. Что-то я не понял. Нападение спереди создает большой шум. Ну, цель-то миссии-то будете рассказывать, нет? Тела спрятаны в шкафах и контейнерах. Добро пожаловать в Бангкок, 47-й. Кен Морган уже забронировал премьер-люкс, но в номере... Так, сейчас в ресторане. Судя по всему, Джордан Кросс его присутствии не подозревает. Кросс устроил студию звукозаписи в королевском люксе на 4-м этаже. Джордан и его команда отлично защищены. Впрочем, я не сомневаюсь, что ты найдешь способ к нему подобраться. Между прочим, сегодня Джордану Кроссу исполняется 27. Опасный возраст для рок-звезды. Удачи. Спасибо. Так. Для начала вот сюда пройдем. Тут где-то что-то можно было взять, я помню. Нет? Одежда. Подождите. Так. Взять крысиный яд. Это да. Ой, там персонал. Так. Ну, давайте. Посмотрим, на что этот персонал. Может, умолкнешь уже? Извини. Тихо. Так, надо переодеться, да, где-то здесь. Успел. Или нет? Так, вот я переоделся. Смотрим. Что это за задание такое? Кто-то разгромил люкс Кена Моргана. Это может пригодиться, если верить записям менеджера отеля. Вчера вечером пьяные звукооператоры разгромили люкс Моргана. Уборка в самом разгаре. Это объясняет, почему Кен Морган и его телохранители еще не поднимали свой номер. Звучит многообещающе, если верить менеджеру. После завершения уборки один из сотрудников отеля должен будет лично проводить в отель люкс. Этим сотрудником может быть ты, 47-го. Я знаю, как ты любишь унижаться. Ага, сейчас. Прям переунизился весь. Они никуда не выбираются. Ну, его давно уже никто не видел. Говорят, он управляет своей империей по сети. Кстати, это его сынок обитает в королевском люксе. Музыкант. Солист. Сын Томаса Кросса. Ого, не знал. Моя сестра так будет получить автограф. Да, как бы ты пулю не получил. Охраны там. Каков отец, таков и сын, верно? О. Так, я что-то взял. Ну ладно. Так, сохранить. Давайте сохраню. Мне надо еще одежду вот этого охранника взять, попробовать.
Или как? Или мне его там... Ты пройдешь, нет, туда подальше, чтоб мне тебя там... подзадушить. Давай. Вот я так вот. На глазах у всех. Так, а ты мне что можешь сказать? Вот. Ты-то мне и нужен. Хопа. Так, переодеваемся. Прячем. Теперь у меня есть. Так. А мы вот так обойдем. Давай-ка. Вот так. Теперь берем тело. Сюда мы уже не можем, да? А куда мы можем? Вот сюда можем. Давай. Теперь я один из сотрудников отеля. Так, сейчас. Давайте сохраним, потому что у меня тут вроде как все есть. Сюда. Ага. А мне куда-то туда, вон цель. И как мне ее туда вывести? Надо диверсию устраивать, все. Посмотреть сначала, что здесь есть. Так. Осмотреть. Вроде ни с кем, да? О. Яда мало не бывает. Так, карточка какая-то, все берем. Ты меня не знаешь, это хорошо. Так. Так, а что это за мешок? В кого-то я могу переодеться. В какого-то кухонного работника.
Нет, все-таки давайте-ка я вот так сделаю и посмотрю. Ну-ка. Блин, заметили. Загрузить. Какой вот этот, да? Да. Загрузить. Так, вышел на улицу. Блин, здесь нас тоже могут, да, узнать. Так. Блин, тот-то далеко и высоко находится. Смотрим. Так. Выше. Ладно. Тебя здесь сохраним, посмотрим, что за костюмы тут. Господи, у меня такие штаны прямо, это вообще капец. Просто караул. Слиться с окружением. Ага. Куда этот провод-то ведет? Так, слиться с окружением. Отравить. Я даже не знаю, бывает ли он здесь отравить. Ладно, идем, смотрим. Что у вас случилось? Что не так? Так, мне нельзя сюда. Так, что-то я не понимаю. Так, ладно. Так, нет, давайте-ка я сначала вот здесь вот отключу. Отключить. А теперь вот здесь вот я оголю. Подождите. Stop. Хорошо, хорошо. Блин.
Давай загрузим, посмотрим. Еще разок. Вот, взять монетку. Greetings, House Staff. Like that. Опа. Блин, да его и спрятать-то здесь негде. Давайте-ка еще баночку возьмем. Не знаю, зачем она нам понадобится, но может пригодиться. Так, охранник-то меня знает, не знает. Давай-ка я пройду пока. Так. Вот сюда сохраню. Мало ли. Так. You guys are so cool. Seriously. Oh, believe me, it's some. Где тут туалет и что можно отравить? Подожди, ты как внизу оказался? А, вот. Hey there, Mr. Bodyguard. Да ты что, я далек от музыки. Так. Сохраняемся. Блин. Давайте. Это у нас спали. Так, поменять на микрофон. Понятно, тут, короче, что-то где-то есть. Думаю, что богатство и слава в любом случае. Так. Где-то что-то тут должно быть.
Hide security, man. Get to know. Ищем. Be careful out there. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Так. Где-то туалет. Так, хорошо. Туалет мы нашли. Здесь мы что можем? А я что здесь делаю-то? Okay. That's far enough. Crap. Hi. Подождите. Oh man, this guy is something. Is he your buddy? Ты его знаешь? Кто меня знает? Я ищу микрофон. Что тут заменить можно? Загрузим какую? Вот эту, да, у нас. Давайте загрузим, смотрим. Блин, где там микрофон? Так что на где поменять? Наверху, что ли, его взять? Кстати, наверху его взять. Так. Блин. Так, поменять на микрофон. Подозрение. Что за подозрение? Так, какие-то проблемы. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так, а что здесь у нас? Конечно. Ой-ой-ой. Ну-ка, подождите.
Так. Бросил. И чем тебе это помогло? На. Да подождите вы. Все уйдите отсюда. Я ищу одну вещь. Так. Понятненько. Играть на гитаре. На. Чё тут использовать комбинацию? Так, спрятали музыканта. Так, так, так. Блин. We have a security breach, but don't worry, the pros are here. Watch and learn. Any description on possible suspect? He's tall, and that outfit, a body. Подождите, подождите. Oh, I know him. Okay, I have a description on the bastard now. Possible suspect has disguised himself as one of us. Oh my god! Давай, уходи. Okay, people, this is a security announcement. Please remain calm. We have a minor situation here. Yeah, okay. I got you, man. People, you're not safe here at the moment. Please leave the area. Ой, тут еще дверь. Thank you. Someone's hurt. Где выход? Command. Command, I have an unidentified. Stairs are clear. Moving on. А, я был в запретной зоне, да, здесь только что. Давай. Да тоже отравил. Так. А что ты не поешь-то? Так, я что-то ему сделал так, чтобы он там застрял.
So, do you want to take a selfie with me, or you... Подожди. Just hang... Target down. Next up, подожди. Ken Morgan. Я убегу. Где здесь вниз можно спуститься? Где вниз-то можно спуститься? Keeping it real. Так, вот здесь. Надо переодеться. Где переодеться можно? Где я переодевался? Ой-ой-ой-ой, вниз. Так. Здесь у нас что? Нет, нам не сюда. Ну-ка, на улицу можем выйти? Можем. Ладно. Сохраним. Все-таки некоторые люди нас могут опознать. That is Ken the Brick Morgan, lawyer, так, corporate fixer. Теперь его осталось убрать. Ну, со своим телохранителем идет. Видимо, его тоже придется убрать. Так, отравить я не могу его уже. Да ладно. Так. Ты потом пойдешь вот сюда, верно? Так. А что у нас здесь есть? Что мы можем здесь напакостить? Блин, да ничего тут такого нету. Ладно. Идем на место. Так. Добудьте маскировку персонала отеля. Она у меня есть внизу. Наверное. А, наверху, я же ее наверху оставил. Надо кого-то придушить. Блин, или наверх идти. Ну-ка, если правильно сообразить. Ух ты. Так, он сейчас сюда... Это ресторан. There.
Да подожди. О, не туда. Не туда. Пойду-ка на кирдыку их там. Вот здесь вот они. Так. Ну давай, что тут? День рождения Джордана. Так. Сегодня 27-й день рождения. Так, его менеджер запланировал небольшую вечеринку на этаже команды звукозаписи. По этому случаю на кухне приготовили веганский торт. Что, отравить его, что ли? Блин. Сидите такие тут. А тут камера наблюдения. Тихо. Так, на тебя я не буду тратить. Во. Так. Положили. Сохранились. Ну пойдем. Ой, камера, да вообще пофигу на нее. И тут карта. У меня карточка-то вроде была. Ну да и ладно. Пойдем. Подожди, подожди. Мистер Морган, сэр. Мистер Морган. Can I have my sweet? Keep your distance, mister. Мистер Морган, сэр. Дэвид, мистер, really is ready for. Премьер Люкс готов. Follow me, please. Oh, you brought a map this time. Карту-то взяли, не заблудитесь. Lead the way. Блин, он с этим идет. Ну, пойдем, пойдем. Ой-ой-ой-ой, какой большой отель. Hello, sir. Давай, поднимайся. Are you like a male maid? Ну, вроде тут. Блин, лишь бы не опознала она. Сохранить. Ага. Ну пойдем. Так, осмотреть пентхаус вместе с Морганом.
A definite improvement. Hardly the Borg al-Arab. I could take you. Let's take a closer look. Now move away. А что ты, Слэк, вопрос, пойдем. Давай. Я буду очень услужлив. See there? What? Get me out of here! Да подожди ты. Both targets down. И уходим. Закрыли дверку. Надо было вот с него проще-то и начинать, просто подойти к нему, сюда привести и... Так, а где у нас выход? Что это за подозрения необоснованные? А ты не догонишь. А ты не поймаешь. Итак, я убегаю. Устранил всех. Блин, надо было проще поднять сразу тогда, вот у меня же был же костюм. Поехали. Да. Как-то я не так миссии прохожу, как... Эта миссия была пройдена в автономном режиме, счет прогресса из-за так недоступен. Да и пофиг. Это мы и без вас знаем. Неделю спустя. Этим вечером было найдено тело магната-миллионера, убито многократным способом. Утром Каллс был детско похищен и похоронен его единственный сын, или кто, знаменитого рок-музыканта Джорджа Хансона. Будучи известным мошенником, Томас Кросс годами не покидал свою виллу. Правоохранительные органы начали рассматривать возможную связь между ними. В общем, бред. Начали рассматривать связь. Рассказывай, довольна или недовольна? Сделал все, как вы хотели. Это не могло быть случайностью. Никак нет. У Томаса Кросса были миллиарды на скрытых офшорных счетах, и их опустошили в течение нескольких часов после похищения. Кому-то понадобилась смерть сына, чтобы выманить отца. Кому-то умному, кто остается в тени. Пока мы занимаемся грязной работой, а хаймуты платят. Таинственный клиент? Да. Кто-то разбогател, контракт был в порядке. Почему это наша проблема? Я знаю, что тебя не интересует политика 47-й, но МКА должна оставаться нейтральным, оно всегда нейтрально. Мы не можем позволить себе нами манипулировать. Кроме того, это случилось и раньше. Италия, Марокко, Париж. Падлы. Все наши клиенты получали сведения одним и тем же путем, анонимная наводка от неизвестного источника. Каждый контракт был совершенно легитимным, но являлся частью большого замысла. Не вижу связи. Кто-то видит. Совет директоров попросил найти этого таинственного клиента, и наши аналисты приближаются к цели. Знакомая песня. Ну? Кто-то ведет игру 47-й. Вопрос. Против кого? Вот, да, против меня или против организации? Скорее всего, против организации. Потому что я-то уж... Чё, мелкая сошка. В таких масштабах-то. Не смотри на меня. Да, аэропорт, стеклянные двери и заборы, скрытность. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.